Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как X-Block. Первый глобальный блокчейн 4.0 на базе Fog Computing. X-Block – это первая глобальная публичная цепочка, целью которой является создание удобного и открытого эко-блокчейна. X-Block может использовать различные несродные приборы, включая персональные компьютеры, смартфоны, маршрутизаторы и другое, сформировать децентрализованный вычислительный движок. Galaxy SuperContact, он позволяет смарт-контракту максимально использовать мощную технологию Fog Computing Proprietary. Между тем, вычислительные ресурсы окружающего неработающего оборудования можно интегрировать через X-Block. Это позволит блокчейну быть интегрированным в повседневные технологические процессы, такие как искусственный интеллект, большие данные и интернет-вещи. Таким применением технологии блокчейн в повседневной жизни. X-Block стремится к построению полной экосистемы блокчейн, а XBL Blocks построил Exchange вместе с Fog Computing и блокчейн-инструментами. На сайте нам также представлена белая книга. Она состоит из 20 страниц. Это подробный доклад о проекте, его идеях и целях, как работает данная платформа. С ним вы можете подробно ознакомиться по ссылке в описании. Видео о проекте представлено. Их команда представлена с видео и ссылками на линки Димы. Можно узнать о них больше. Низкий порог участия. Туман поддерживает множественные типы доступа узлов с характеристикой множественных узлов и более сильное участие. Каждое устройство может достигнуть X-Block, не только компьютер, но и также умный телефон, iPad и другие. Активация неработающих ресурсов. Вычислительный слой Fog Computing позволяет использовать DEPS на блокчейне по смарт-контрактам на цепочке, а также может реализовывать виртуальные вычислительные ресурсы для расчета тумана, подключаемого различным устройствам в нашей жизни, позволяя простаивать ресурсы для нескольких устройств, чтобы были доступны конвертации в широко распределенных вычислительных системах. Инновационная экономика. Модель стимулирования экономики токенов X-Block доступна для всех, новаторски и способна соответствовать потребителям более эффективно. Все эти преимущества дают экономике токенов модель стимулирования. Дружелюбные разработчики. X-Block предоставляет разработчикам высокоинкапсульную разработку интерфейса и компонентов, которые могут адаптироваться к нескольким доменам, таким как социальные компоненты, компоненты финансовых платежей и компоненты искусственного интеллекта. Технические параметры. Более простой свитчинг X-блока. Туман вычислительной экологии состоит из различных гетерогенных систем и узлов. Вычислительная мощность и память каждого гетерогенного устройства различны. Подсреда применения Фога вычисляется разными видами узлов, ответственных за выполнение различных функций. Вычислительная система X-блок совместима с гетерогенным оборудованием, основывающийся на различных конструктивных характеристиках оборудования Fog, вычислительные рамки наделяют каждый прибор с различными ролями во всей системе так, что преимущественно оборудование можно использовать полностью. Блокчейн 4.0 на базе Fog Computing. Вычисление Fog внутренне децентрализовано. Это обеспечивает его сильную совместимость с сущностью блокчейна. На основе этого атрибута X-Block внедряется новая концепция построения блокчейн 4.0 на основе Fog Computing. Суперконтакты Galaxy. X-Block выдвигает идею о том, что ресурсы работают вокруг смарт-контрактов и творчески конструируют структуру суперконтракта Галактики. Это не только усиливает способность смарт-контрактов на блокчейне набирать массу вычислительных ресурсов, но также революционно расширяет смарт-контракты. Этот токен может воссоздать легкодоступный световой блокчейн. Промышленные приложения. X-Block имеет широкий спектр
применений во всех отраслях и размерах, таких как интернет, вещи, искусственный интеллект, коммунальные услуги, а также медицинские области. Распределение токена показано в процентном соотношении. Советники представлены. Дорожная карта с начала проекта в третьем квартале 2018 года на сегодняшний день и дальнейшие планы представлены. Также можно подписаться на новостные обновления, оставив свой email-адрес, часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них. Их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 6000 подписчиков. Актуальные публикации. Они часто обновляют свою новостную ленту. Также посмотрим профиль в Твиттере. Здесь у них 880 читателей. Также актуальные публикации. В целом, я считаю этот проект интересный, перспективный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо, пока.